Какие у вас ощущения, ожидания от поездки предстоящей? Ожидания? Ожидания, едем выиграть. Какие ожидания могут быть? Мы всю жизнь к этому шли, готовились. Едем только за победой. Других ожиданий нету. Понятно. Когда впервые поняли, что можете попасть вообще вот в состав сборной? Ну, мы поехали, представляли команду Эльбин на континентальной футбольной лиге. Ну, это было не раз. Один раз, два раза, три раза не сложилось. По-любому, когда-нибудь должно было получиться. Как видите, в этом году получилось, нас вызвали. Мы сборная, да. Хорошо. А на сборах успели наиграть игровые связи, знакомства? Да, конечно, мы уже общаемся с нашими партнерами по команде. Как-то на тренировочном сборе тренер давал установку, кто где играет, кто что должен сделать, уже заранее знал, кто где открыться должен. Думаю, мы проявим это уже на турнире. И какие вообще цели вы преследуете? Личные, командные? Личных целей нету абсолютно, только командные, потому что я один не еду туда. Едет вся сборная. Я думаю, цель одна – выиграть, как я уже сказал. А если получится отличиться самому, это хорошо, почему нет? Но в первую очередь это команда, а уже лично это уже на второй план отходит. Все, спасибо.